Привет! Вы наверняка замечали за собой, что уже привыкли использовать простые слова в английской речи, вроде nice, really, boring. Согласитесь, это ужасно скучно. Давайте разберемся, как избежать употребления этих избитых выражений и сделать свою английскую речь более яркой и более разнообразной. Не так давно мы разбирали самые популярные ошибки, которые чаще всего используют новички. Обязательно посмотрите его. Ну и не забудьте прямо сейчас поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Ну, я надеюсь, что все уже это сделали. А мы начинаем. My name is Julia, and you're watching Puzzle English. Как же часто мы говорим о чем-то nice или it's nice, и это очень простое слово, чтобы выразить свои эмоции и мнения. Поэтому давайте разберемся, какими же синонимами мы можем его заменить. Их очень много, и из тех, что больше всего на слуху, wonderful, замечательный, изумительный, great, великолепный, magnificent, великолепный, величественный, you could be magnificent, fantastic, фантастический, причудливый, excellent, отличный, превосходный, amazing, изумительный, ошеломительный. Amazing. Any questions for Julian? Очень к месту употребили amazing вместо nice. Речь сразу стала более выразительной. Awesome – потрясающий, фантастический. Brilliant – блестящий. Также более редкие синонимы, но не менее яркие. Splendid – роскошный, пышный. Gorgeous – эффектный, яркий. Marvelous – изумительный, великолепный. Stupendous – изумительный. Outstanding – видный, выдающийся, exceptional, изумительный, необыкновенный. Чтобы процесс учебы был приятным, нужно превратить его в игру. Собирай аудио в видеопазлы, занимайся с виртуальным преподавателем и учи английский без усилий вместе с Puzzle English. Если послушать русскую речь, то мы часто говорим слово «реально», «реально классно», «реально красиво» и так далее. И все это мы переносим в английский язык. Так как же нам заменить это привычное нам really? Например, absolutely, абсолютно. I was absolutely terrified. I was absolutely terrified. Я был абсолютно напуган. Правда, звучит лучше, чем really terrified. Completely, полностью. Entirely, целиком. Totally, полностью. Utterly, крайне. It's utterly secluded. It's utterly secluded. Это крайне уединенно. Опять-таки звучит интереснее. Virtually. Поистине. И, наконец, давайте выучим синонимы слова boring. Dull. Скучный. Tedious. Утомительный, нудный. Neighbors, you are tedious. Humdrum. Однообразный. Or not doing the humdrum part of the job. Dreary. Тоскливый. Flat. Похоже на квартиру, но нет, это не про нее. Переводится как вялый, однообразный. Видите, какой английский разнообразный язык и как много вариантов сделать свою речь более зажигательной, вовлекающей для носителей. Для каких еще слов было бы интересно услышать синонимы? Пишите в комментариях. Это канал Puzzle English. С вами была Юля. До новых встреч! It's a party animal. You'll never let you go.